Добрый день, уважаемые кирчане. Я приношу извинения за вынужденные неудобства, которые вызваны нашим отключением. Отключение направлено на то, чтобы сохранить энергосистему и не допустить хаоса, и допустить аварийных отключений. Значит, когда позволяет нагрузка, выделена нам 42 мегаватта, последние двое суток неукоснительно соблюдаются, то есть Крымэнерго с правительством Крыма сознательно пошло на то, что несколько снизило всем РЭСам разрешенную мощность, нам 48 снизили до 42, для того, чтобы стабильно их обеспечивать, чтобы не было этой чехарды. Были такие дни, что мы график переписывали по 4 раза, городские власти его 4 раза утверждали, и 4 раза развешивали там на заборах, на видных местах, в интернете выкладывали. Значит, чтобы этой чехарды как-то не было, людей приучить, значит, наши специалисты, оперативно-диспетчерская группа во главе с замначальника по оперативным вопросам Баталовым Исатом Нузетовичем разработали уже график более-менее, ну как бы приемный, насколько это можно. Этот график одновременно стараемся запитать как можно больше потребителей. Наша задача как можно больше жителям создать комфорт, благо цивилизации, электроэнергию донести. И в то же время стараться как бы предугадать те всякие непредвиденные даже обстоятельства, чтобы как-то сглазить, минимизировать. Значит, график, грубо говоря, весь город разбит на 4 части и по 2 часа. 2 часа одна очередь, 2 часа вторая очередь. И так постепенно от переправы, от поселка Маяк Подмаячный, Капканы, Старый Стеклотарный, район улицы Пошивальникова, Горького, в район Вещевого рынка, ЖД вокзал, центр, потом Свердлова, Буденного, Ворошилова, Индустриальное шоссе и в сторону Оршинца. В графике внизу, кто дочитает, у кого хватит терпения, там написано, что для переключений фидерами с диспетчерской могут быть отклонения плюс-минус 30 минут. Нельзя одновременно включить, допустим, нагрузку 5 мегаватт. Одновременно включить это будет тяжело для нашей еще не устоявшейся энергосистемы. И нельзя также самое много не включать, не включать. То есть диспетчера все это буквально держат руки на пульсе. Начиная с 0 часов, начинает снижаться, ночью ложатся спать, выключают свет, выключают обогреватели. Минимальная нагрузка на 4 ночи, на 4 утра, 36. То есть этот провал практически не задействован. Пожалуйста, пользуйтесь, берите, грейте, включайте. Начиная с 6-7 утра, поскольку идет рост нагрузок. В 8 утра уже утренний пик нагрузок. У нас зашкалил за 44 при лимите 42. То есть мы вынуждены снижать нагрузку отключения потребителей. И вот эта вот вся свистопляска, это когда потребители берут мощность, а мы их снижаем. Берут, а мы снижаем. Если мы не будем снижать, у нас вот этот пик вырастет до 60. Это недопустимо для сети, сети начнут разваливаться. РЭС диспетчерская.